Başı da elibdi, mənyatıcı, xal gücün hər şey elibdi. Halından gələn elibdi. Siz bilirsiniz kişi kimi nə deyin. Siz kişi kimi nə elibdi cənab milləti xal gücün. Çalış ki, mənmişə, dünyaya tanıştırıb Azərbaycanı. Kim idi tanıyan Azərbaycanı? Hər şeydə, hər yerdə tanıştırıb Azərbaycanı bu kişi sənə. Sən Gürt erməni kimi tanıştırıb hər yerdə. Moskvada, Leningraddə, dünyada hər yerdə. Bu kişi tanıştırıb sənə bütün Azərbaycanı. Siz o kızı tanıştırıb. Lazım deyil. Heydər Əliyev kimi kimi sizi tanıydı. Moskvada 15 yıldır yaşayan həkimə. Heç kim də tanımırdı. Yeni kişilik təşkib etsin. Onun, ola bilər onu küləyə qarşı işləri görmüşdür. Biz ayaq altında ölürdü. Tam 15 yıldır burada yaşayan. Onun yeri döyür. Dayan bir dakika. Mən Moskva metrini dərəbəsim, kişinin yolda qurban getməyə hazıram. Bu kişi xalqı milləti küləyir. Yansıya qalacaqdır. Барова, недавно вышла книга, что пишет про Гейдара Алиевича, что пишет, прочитайте там. Он был, он всегда сделал для только своего народа хорошего. Он никак... Путин дёрг, сегодня такой тяжелый день азербайджанского народа. Он то сам пришел сюда, его никто не пригласил сюда. Он скорбью относится к этим всем делам. Он дает политическую оценку всем вывод войск в Азербайджан. Поэтому он был своим народом, сын своего народа, остается и будет. Он будет лидером, независимого азербайджанского народа. Я этого верю. Разрешите вопрос, пожалуйста. Поэтому не надо никакой там сказать, какой-то возвратной девушке верить. Не надо верить никому. Тем не менее, у нас все-таки пресс-конференция. Я хочу спросить у Алиева, что он думает о сегодняшней ситуации, есть ли выход из сегодняшней ситуации в Азербайджане? Так, я уже ответил на этот вопрос. Подождите, дайте закончить. А Алиеву дайте подумать. Что нужно сделать? Нет, товарищи, я уже ответил на этот вопрос. Правильно, повторяться зачем? Ну, мне нет необходимости повторяться. И не надо было вводить войска. И сейчас надо выходить из этой ситуации. А как выходить, я не знаю. Во всяком случае, остановить кровопролитие, вывести войска. Да, вывести войска и дать народу самому решать свои вопросы. Спасибо, генерал.